привет от Спыша и Чудо-машинок. И сегодня будет гонка. Я точно выиграю эту гонку. Пока другие машины находятся в пузырях, я буду первый. Ух, этот крушило. Ух, этот мошенник аферист. Посмотрите, что он сделал. Он заключил Зега и Смельчака в ловушку с мыльных пузырей. И теперь эти чудо-машинки не смогут участвовать в гонке, пока их не спасет. Вспыш отправился на выручку. Ему предстоит спасти приятелей и помочь им выбраться из мыльных пузырей. Но для этого необходимо преодолеть несколько трасс с препятствиями, которые приготовил крушило. Вот так Вспыш трансформировался. И теперь он сможет уничтожать препятствия бурилом. Вот так Вспыш может быстро ехать. Молодец! Собираем очки. Да, разгоняемся. Молодец, Вспыш. Эй, помоги, Вспыш. Сейчас, Зак. Помощь уже близко. Осталось собрать последние серебряные колеса. Вот это то, что нужно. Ой. Врезался немножко. Собираем все гайки. Все, теперь Вспыш сможет спасти Зака. Спасибо, друг. Всегда пожалуйста. Теперь нужно спасти Смельчака. А у Вспыша новый вид трансформации. Шаровой таран. Вот так он будет справляться теперь с препятствиями, которые приготовил крушило. Давай, Вспыш, мы за тебя болеем. Нужно помочь Смельчаку. Вот так. Ой, смотрите, Смельчак еще в пузыре. А ему нужно на гонку. Нужно помочь ему. Вспышу нужно поймать пузырь, в котором летит Смельчак. Сейчас. Спасибо тебе, Вспыш. Да не за что. Увидимся на трассе. Ой, нет. Крушило снова что-то придумал. Ой-ой, это новые испытания. И новые преграды. Нужно их преодолеть. Прекрасно. Собираем болты. И у Вспыша новая трансформация. Теперь у него появился инструмент для уничтожения препятствий в виде катка. Прекрасно. Набираем скорость и едем очень быстро. Вот так. Да, Вспыш, у тебя хорошо получается. Помним, что нам нужно собирать серебряные колеса. Они дают нам супер скорость. Отлично!
трюк. Йо-хо! Все, Вспыш первый, у него получилось, выиграл, поздравляем! Ребята, если вам понравился мультик, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! До новых встреч!